Администрация Сергиево-Посадского городского округа информирует о графике работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта в сентябре. Он побывает в Морозове, Заболотье, Сваткове, Шапилове, Житникове, Кузьминках, Озерецком. Полный график указан на экране. Мобильный ФАП оснащен аппаратом для измерения артериального давления и электрокардиографом. Предназначен для оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения и плохое транспортное сообщение. Время работы ФАПа с половины второго до половины четвертого дня.